На ваших экранах бронзовый призер в соревнованиях девушек Аделина Сотникова. Эта российская фигуристка удивила мир еще в 12 лет, то есть 3 года назад, когда она в 12 лет стала чемпионкой России среди взрослых. В этом году, к сожалению, для нее не смогла защитить свой чемпионский титул, завоеванный в 2011-м. Замечательное вращение. С первых секунд выступления показывает все, на что способна Аделина. А способна эта девушка на многое. Вот оно, женское одиночное катание, где есть пластика, изящество, красота. А если еще тебе эту пластику, изящество и красоту на льду ставит такой тренерский состав, как Елена Водорезова, Ирина Тагаева и Татьяна Анатольевна Тарасова, то, я думаю, вопросов быть вообще не может. Поистине спортсмены сегодня все раскованы, очень эмоциональны, настолько экспрессивно передают музыку, танец. Соревнования позади. Великолепно выразила танго на льду Аделина Сотникова. Аделина Сотникова, Россия. Третье место чемпионата мира за юниоров 2013 года. В свободное время любит посещать театры, кинотеатры. С детства восхищена катанием таких замечательных фигуристов и фигуристок, как Брайан Жубер, Стефан Ламбьель, Микки Анда, Мао Асада –